Прошедшие накануне политические события в стране не могли не вызвать волну дискуссий, как на просторах социальных сетей, так и в эфире радио «Лемма», где приглашенные эксперты в области экономики, государственного управления и политологии обсуждали ход и итоги президентской кампании 2018. Спикеры прошлись по основной повестке, не забыв упомянуть и главных героев прошедших выборов. Некоторые из них оказались не столь очевидны. Центральным звеном этой кампании были не кандидаты, а работа государства на повышение явки. То есть государство пыталось максимально вовлечь население в политическую жизнь страны. И это ему удалось. Исходя из предварительной статистики на местах, явка по Приморскому краю составила более 60%, что в абсолютном выражении означает больше, чем 900 тысяч избирателей. Во Владивостоке этот показатель перевалил за 50%. Политологи особенно отметили добровольный, по их словам, характер проявления гражданами избирательной инициативы. То есть люди шли, люди радовались, там молодые, пожилые, разные. То есть избиратели откликнулись явкой. В принципе, да, на усилия государства без давления какого-то сверхъестественного по обеспечению их прав на голосование. Особенно примечательной выглядит нынешняя президентская кампания в ретроспективе. Так, на сегодняшний день действующий глава государства набрал почти 77% голосов, в противовес своим основным конкурентам Павлу Грудинину и Владимиру Жириновскому, около 12,6% соответственно. Собчак и Явлинский, набрав чуть больше 1%, оставили прочих претендентов в хвосте. В 2012 году Владимир Путин набрал 63%. А главный коммунист России – 17%. Да и все прочие тогда вырвались далеко за жиденькие, по словам политологов, показатели оппозиции 2018-го. И на этот счет у экспертов нашлось свое, профессиональное и исчерпывающее объяснение. Если говорить о самой кампании и о том, как кандидаты ее отработали, то я скажу, что она была спокойной, а оппозиционные кандидаты отработали ее на двоечку. Объясню почему. Всегда оппозиция у нас боролась за явку. Заявку и говорил о том, что вот если у нас будет высокая явка, мы победим, и у нас будут более высокие результаты. В этот раз государство само пошло на то, чтобы явку, сделать явку максимально высокой, но оппозиция, соответственно, никак не проявила себя при работе с электоратом. Несмотря на то, что окончательные итоги выборов еще не подведены, обработано чуть больше 96% голосов, их результаты уже сказываются на политической обстановке Приморья. Так, глава региона уже успел заявить об участии в будущих губернаторских выборах. Они, к слову, состоятся в сентябре этого года. Подробно из кулуаров поделились и политологи-очевидцы. Видимо, он, когда понял, что явка хорошая, что теперь его бронить за эту явку не будут, и результат за Путина тоже хороший, ну и я так могу. Это при вас было, нет, Павел Николаевич? На самом деле, Андрей Владимирович просто сказал, что если моя работа будет понятна населению, то есть если население меня будет поддерживать в этом направлении, то я выдвину свою кандидатуру и пойду на выбор. Уже сейчас, уверены эксперты, можно говорить о выборах 2018 как о наиболее прозрачных и открытых в новейшей истории Российской Федерации. Кампания в Приморье прошла по принципам конкурентности, открытости, легитимности. Собственно, не было практически такого массовых нарушений. То есть там Дмитрий Федорович Братаненко отметил, что всего там 10 моментов каких-то зафиксировано, которые сейчас до сих пор сомнительные, да, проверяются. Ну а лидером в Приморье стал, как ни странно, Спасск Дальний. Политологи говорят о 70-процентной избирательной активности и отметили, что, цитируем, один из самых депрессивных городов оказался в лидерах и по явке, и по голосам за действующую власть. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, новости на Восьмом.